В столице Чувашии продолжается ремонт дорожного покрытия и строительство новых элементов транспортной инфраструктуры. Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил ключевые объекты реконструкции и ознакомился с ходом работ. Этот участок дороги на пересечении улиц Ярославской и Композиторов Воробьевых давно нуждался в реконструкции. Ежедневно здесь приезжают тысячи автомобилей, а в часы пик создаются пробки. Власти города взялись за решение этой проблемы. Рабочие не только обновляют дорожное покрытие, но и укладывают бордюры и тротуары. Значит, в процессе выполнения работ было выполнено усиление дорожной одежды путем рециклирования. С укладкой еще двух слоев асфальта. То есть нижний слой 5-6 сантиметров и верхний слой щема 20 толщиной 5 сантиметров. Что позволит, скажем так, обеспечить нормативную эксплуатацию дороги еще на ближайшие несколько лет. В процессе ремонтных работ будет выполнено уширение вот улицы Ярославской с выездом на Калининский мост, потому что это проблемный участок. На участке дороги по улице Энгельса начали появляться остановочные карманы. В будущем здесь, возможно, будет ходить общественный транспорт. Проблему еще одного оживленного перекрестка также решают. На пересечении улиц Гагарина и Энгельса появятся дополнительные полосы для движения автомобилей. Напряженное движение во сколько раз снимается тем самым? Поток, я думаю, процентов на 20 увеличивается. Скорость потока. Там просчитали вообще за сутки, сколько машин здесь через этот перекресток проезжает? Уже хронометры должны делать? У нас порядка 700 машин в час проезжает здесь. 700 машин в час. Это дневное время? Да, это в час пик. Задачу увеличить пропускную способность перекрестков и улучшить дорожную обстановку столичные власти решают комплексно. На перекрестке Хмельницкого и Фучика также расширяют и обновляют проезжую часть. Восстанавливают съезды и заезды. Сегодняшний день на эту дату, в принципе, работы все ведутся по плану, без срывов. Поэтому есть надежда, что, в принципе, мы все объекты завершим в срок до конца ноября месяца. Дороги не только для автомобилистов и пешеходов, но и для спортсменов. Участок в районе Певческого поля в будущем году превратится в соревновательную трассу для ходоков со всего мира. Работы по укреплению дорожного полотна ведутся. Подрядчик использует геосетку. Также заменен верхний слой покрытия. Качество выполненной работы совсем скоро оценит специальная легкоатлетическая комиссия. В этом году на ремонт столичных дорог из бюджета было выделено около 1 миллиарда рублей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что органы власти тщательно выбирают подрядчиков. Все те подрядчики, которые выполняют эти виды работы, они участвовали на конкурсе. Это открыто, это публично, конкурентная среда создана. Пока работы не завершены, поэтому могу сказать, что вроде бы удовлетворительно работает, но с другой стороны, есть всегда вопросы, какие инертные материалы использовали, как технологии подготовки асфальта. По качеству соответствующие службы, я еще раз отмечаю, проверят и доложат мне, и горожанам. Как отметили столичные чиновники, ремонт дорожной сети будет продолжен и в следующем году. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.